Чуть больше года назад в Украине появился новый независимый театр «Мизантроп». Главным событием презентации стал показ танцдрамы «Три сестры» по пьесе Антона Чехова. Именно во время создания этого спектакля трем талантливым людям, а именно композитору Дмитрию Саратскому, хореографу Николаю Бойченко и режиссеру Илье Мощицкому пришла идея создания нового мультижанрового проекта. 17 февраля театралы покажут новый спектакль «Приглашение на казнь» по роману Владимира Набокова. Авторы проекта признают, что сегодня похвастаться походом на спектакли «Мизантропа» могут только очень молодые люди. Все, что как бы, ну, нас принято называть традиционным театром, ну, оно уже очень, наверное, не актуально. И существует только потому, что очень сильная инерция у нас, у зрителя, и очень большая боязнь новаторства воспринять, что я вот сходил на «Мизантроп» и мне понравилось, это могут позволить себе похвастаться только очень молодые люди. В интервью «Подробности.ua» композитор Дмитрий Саратский и Дмитрий Тодарюк, который выйдет на сцену в роли актера, поделились своими творческими планами, рассказали, как складываются их отношения с министром культуры и почему Украина находится в глубокой театральной изоляции.